Приветствую, с вами Александр Фадеев и проект «Территория ГИС». В этом видео мы поговорим о настройке 4К монитора под QGIS. В данном случае не только QGIS, но и другие программы. И вот, например, настройки монитора, скажем так, первоначальные, показывают, что вот QGIS будет выглядеть вот так. Все очень мелко, очень-очень-очень мелко и очень трудно восприимчиво глазами, да, человека. Ну и в данном случае, что нам нужно делать? Первое из решений — это мы идем в настройки монитора, идем вот сюда, параметры, у меня Windows 10, система, дисплей, и, соответственно, вот видите изменение размера текста, очень мелко, да, тут вот ставим от 100, видите, 150 рекомендуемое. Вот видите, оно уже вот такое получилось. Ну, вот обычно ставим в пределах от 150 до 200. Ну, я ставлю 200, скажем так. И давайте эти настройки закроем. По сути дела, этих настроек достаточно для отображения, хорошего отображения, восприимчивого глазом для большинства программ. Ну, давайте закроем. Ну, вот тут у нас, видите, текстовка поплыла, но так-то покрупнее стало, да? Ну-ка, давайте заново QGIS загрузим. Вот видите, текст уже более или менее восприимчив, но иконочки у нас очень маленькие. Давайте какой-нибудь проект откроем, кстати. Глянем, что там у нас. Вот у нас полученная карта, и давайте попробуем открыть табличку, как она будет выглядеть. Таблицу атрибутивных данных. Так, просчитывает. Ну вот видите, табличка вроде бы более или менее восприимчива, то есть нормально видно все тут, без проблем. Но, к сожалению, в данном случае иконочки у нас маленькие. Ну, давайте мы перейдем в презентацию. И вот у меня вот такой монитор LG Ultra Fine 27U500V27. Это 4К монитор. В данном случае, если вы хотите более подробно узнать о нем, то смотрите в первом комментарии под этим видео или в описании этого видео. Скажем так. Ну и давайте. Следующая задача — это надо в реестр нам зайти и кое-что там сделать. Ну вот, небольшая инструкция. И давайте в реестр зайдем. Так. Первое, да. Regetting. Скажем так, забиваем сюда, вносим, да, вот это слово. И окей. Нажимаем. Да. Вот реестр у нас нашелся. И, соответственно, мы вот ищем вот такой путь. Вот этот путь. Так, где у нас? Опа. Вот он нашелся, соответственно. И что мы здесь делаем? Мы создаем новый файлик. Вот он так называться будет. Давайте скопируем. Так. Минуточку. Так, сюда, здесь в окне правой, создать вот параметр, вот этот параметр, word 32 бита. Соответственно, вот сюда забиваем название и нажимаем Enter. Так, дальше что? Мы можем правой щелкнуть и изменить. Здесь что? Значение мы ставим единицу, а здесь система исчисления десятичная. Окей. Соответственно, и можно теперь реестр закрыть. Что дальше? Дальше давайте вернемся в QGIS. Но у нас тут ничего не изменилось. Что нам нужно еще? Так, минуточку. И вот у меня есть вот такой файлик. Давайте мы его посмотрим на Notepad. Вот это некое описание, и которое идентично для всех программ, в которых, скажем так, значки не увеличились. То есть только меняется название этого файла манифеста. То есть мы единичку поставили, чтобы из внешних источников брался файл
манифеста, скажем так. Ну и вот этот файлик манифеста нам нужно разместить. Давайте копируем его там, где у нас установлена программа. Так, минуточку, сейчас найдем. И здесь вот, допустим, у меня 64-битная система, на диске C, программ файла, QGIS, есть папочка bin, и вот сюда нужно этот файлик добавить. Файл манифеста вставляем, продолжить. Вставляется с помощью админ панели, то есть функции, да, то есть функция должна быть полная. Видите, что? Так, добавили. Ну, теперь мы закроем QGIS опять и попробуем открыть заново. Ну и вот, видите, у нас значки стали намного больше, что, кстати, удобно работать и так далее, так далее, да. То есть запускаем, соответственно, проект наш. Опять же. И вот, очень удобно. То есть увеличили мы значки. Также поступает с теми программами, фотошопом и так далее, и так далее, где не происходит увеличение значков. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, комментируйте, подписывайтесь на канал.